Новосибирске запустят вторую очередь медицинского промышленного парка. Срок – следующий год. Об этом сегодня рассказала директор медико-технологического центра Екатерина Мамонова. Объем инвестиций – 120 миллионов рублей, плюс стоимость оборудования. Это позволит региону выйти на первое место в России по производству эндопротезов крупных суставов. Сейчас их производят больше 22 тысяч единиц в год. Также планируется создание конструкций для травматологии и ортопедии на основе металла и биоматериалов. Впервые на базе медтехнопарка запустят разработки индивидуальных имплантов, не имеющих аналогов в мире. Контрактов ждут крупнейшие компании по производству медицинских товаров Китая, Индии, Европы и США. Будут представлены новые диагностические системы, новый аппаратно-программный комплекс. Это и реабилитационные, и системы мониторинга. Это и все, что связано с тканеинженерными конструкциями. Это новые типы, так скажем, имплантируемых конструкций.